С 29 наградами различного достоинства в активе «Южан» завершился чемпионат Центрального совета «Динамо» по пулевой стрельбе, посвященный памяти мастера спорта СССР международного класса Владимира Гущева. Напомним, в соревнованиях принимали участие 70 спортсменов Южно-Казахстанской области, Павлодара и Алматы. 10 из них – мастера спорта международного класса. Даже первое место занял. Три медали высшей пробы завоевал мастер спорта международного класса Рашид Юнусметов, но традиционно медали получил его 6-летний сын Тимур Юнусметов. Как признается Рашид, равных соперников на этом турнире для него не оказалось. Я не считаю, что здесь есть какая-то особая конкуренция. Уровень еще у молодых спортсменов не такой высокий. Надо тренироваться больше, чем они на данный момент тренируются. Они там по год, два, три максимум тренируются. У меня опыт просто больше. Но растет и уровень мастерства у молодых спортсменов. Елена Губрева на прошедших соревнованиях смогла выполнить норматив мастера спорта, выбив 376 очков и положив в свою копилку одну золотую и бронзовую медаль. Я очень давно стремилась к этому, но никак не получалось, и на этих соревнованиях собралась с мыслями и выполнила мастера спорта. Старший тренер Южно-Казахстанской области по пулевой стрельбе Сайдулла Юнусметов признается, что эти соревнования дали возможность спортсменам показать свое высокое мастерство и побороться с соперниками из других городов. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. На соревнованиях были показаны ряд высоких результатов, которые соответствовали нормативам мастеров спорта международного класса. Впереди стрелков Юга ожидает очередной турнир по пулевой стрельбе за Кубок Президента Федерации стрелкового спорта Республики Казахстан, который стартует в Алматы с 9 декабря.